Подруга, можешь не говорить мне? Конечно. Ну что, детка? Это хата! Наш шалаш! Да, посмотрим, наверное. Прям бомжу в лоб! Ей! Добрый день! Привет, народ! Пришли квартиру посмотреть? За этим. Да, 69-й раз счастливый. О, да, фу, я представил. За показ сразу оплатим. 50 бакинских. За что? За посмотреть? Ну это как посмотреть? Я посмотрю. Да, я тоже люблю смотреть, все уже странно. Меня зовут Сэм, а это... Это Равшан. О, тот бомж, кстати, обосрался. Добрый день, меня зовут Джумшут, но друзья зовут меня Равшан. Как в сериале. Наша Раша, смотрели? Рады познакомиться. Еще бы ты был не тот, братан. Ну ты говно смотришь. Имение разума уединения. Никаких надоедливых сирен от скорой или полиции. Сюда ехать 2 дня. Это минимум. Ну что, посмотрим? Да, погнали. Смотри, там бомж. Ему бы скорую. Не дырка, вентиляция. Обратите внимание, есть вход. Это уже неплохо. Так, располагайтесь. Ой-ой-ой. Так, быстренько пробежимся по безопасности. Если начнется землетрясение, вам хана, пизда, завалит сразу же. Ну не сразу же, выбежать мы успеем. Прошлые жильцы не успели, возможно, они еще где-то здесь. Понятно. Может, вот что-то за запах. Про запах даже не начинайте, здесь на стенах элитный сыр растет. Да, но этот сыр с вином я бы пробовать не стал. Не, стоп. Да нормально, нормально. Нет, вы хотите сказать, здесь плесень? Да, но ты же слышал, я почти закусывался, говорим, аж есть захотелось. Подожди. Ладно, можно попробовать, будет все сжечь изнутри, а потом заново обставить. Конечно, телек вот там воткнем и нормально. О, не-не-не, здесь соседи, они против, чтобы вы сверлили их с между стенками. А, вот как, ну мы тогда на скотч приклеим, все нормально. Подождите, соседи, здесь еще кто-то живет? Это типа подвального кооператива. Подвальный, это как? Что? В смысле, что? Ну все ясно, продолжим осмотр. Да, хотя просмотр окончен, но продолжим. Да, по сравнению с тем, что мы смотрели, это прям глоток свежего воздуха. Все, вот и не воняет. Так это что, оказывается, двухэтажная жилплощадь? Нет, конечно. Ой, фу, что это? Или у меня опухоль мозга, или я чувствую запах дизельного топлива. Ваш нос как голос песня. Здесь, в пакете, ваш личный собственный дизельный генератор. Но это ж просто дополнение к основному электропитанию. Не-не-не, это и есть ваше основное. То есть он должен работать постоянно? Но если свет не нужен, нет. И тогда мы сможем смотреть телек, стирать вещи. Хватает на чайник. На целый чайник? Ну неплохо. А он не ебанет. Было и такое, да. Телефоны зарядить, трусы постирать можно на работе. У вас же есть работа? Удобно, да. Меня даже не раздражает шум. Да, вы привыкаете к этому, а потом, когда вас долго нет, возвращаетесь сюда, а здесь родной шум. Вам в тишине потом даже некомфортно будет. Да. Только мне ебанул. Этот дом зачет, мы готовы заселяться. Это предварительный просмотр. Дом будет доступен через 13 месяцев. Но на говни-то было написано «доступно сейчас». Доступно для просмотра, да, сейчас. Это ж говни-то, чего ожидали? О, это возмутительно, зря потеряли время. Ну, ложка горяча к обеду. Да, кочерга горяча, у тебя в очки. Тихо, тихо, тихо. Нет, прошу прощения. Как вы сказали? Я сказала. Засунь клюшку себе в очко. Я прошу прощения, а сколько квартир вы сдаете? Потому что я сдаю 5. Она все испортила, брат. Ну, разместила. Да, она испортила сделку. Я испортила сделку. Все, съебайте отсюда. Удачи вам найти квартиру лучше. До свидос, на выход, господа. С меня хватит. До свидания. Отличный выбор, она все испортила, братан. Да.